Тема защиты и укрепления энергетической инфраструктуры Украины стала одной из основных на саммите инициативы «Трех морей» в Литве. Россия вновь осуществила массированную атаку на критические энергообъекты Украины. Полностью разрушена Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна остро нуждается в системах ПВО. В ночь на 11 апреля российским ударам подверглись энергообъекты в 5 регионах Украины, а в четверг днем российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах. В Харьковской области действуют графики аварийных отключений. Здесь сложилась самая тяжелая ситуация на фоне попыток российских сил отрезать Харьков от энергосистемы. Около 200 тысяч человек потеряли доступ к электроэнергии. Войска РФ продолжают обстреливать украинские города. В Николаеве погибли 4 человека. Повреждены жилые дома, автомобили, промышленные объекты.